Вестник Северодвинска о спорте. Прошлогодний чемпион города по мини-футболу команда «Северин» и обладатель кубка МЧС «Динамо» встретились в спортзале «Строитель» и разыграли суперкубок. Суперкубок города по мини-футболу проводится в пятый раз. «Северин» выигрывал этот трофей в первом розыгрыше. Особую интригу данному матчу придавал переход тройки футболистов красно-белых в стан желто-синих. Игра началась в быстром темпе, «Северин» забил два гола. Под занавес тайма «Динамовцы» сократили счет. В начале второго тайма МЧСовцы перехватили инициативу и сравняли счет, но Иван Чураков оставил свою команду в меньшинстве, чем воспользовался «Северин», а позже довел разницу до двух мячей. Алексей Алонцев забил третий гол МЧС, но в концовке красно-белые отправили в ворота соперника еще два мяча. Итог 6-3, «Северин» двукратный обладатель суперкубка. Мы где-то не доработали, не реализовали свои моменты, в результате пропустили ненужные мячи, поэтому проиграли. Как тройка «Севериновская» влилась к вам в состав? Ребята пришли очень удачно, мы за МЧС выступали по структуре уже не первый год, так что все отлично, будем стараться и думаем победить. Заслуженно, я считаю, они победили. Своя же команда МЧС, я считаю, что очень здорово отыграла на боевых качествах. Могу всех поблагодарить, спасибо болельщикам за поддержку. Егор, ну... В красноречии бывшему капитану можно только подзавидовать, но ты зато с кубком. Впечатления по игре? Впечатления по игре самые положительные, конечно. Что могу еще сказать, что перетерпели команду МЧС. Очень хорошая команда, очень до конца борется. Больше ничего не могу добавить, только сказать спасибо за игру. С победой! Константин Мухин, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.